В октябре 2022 года директором унитарного предприятия Гагарское автотранспортное предприятие был назначен Саид Хагуш. Новый руководитель рассказал о состоянии предприятия на сегодня, существующих проблемах и проделанной работе. Основная составляющая Гагарского автотранспортного предприятия – это автопарк. Он состоит из 24 единиц общественного пассажирского транспорта. 13 из них – это школьные автобусы, обслуживающие весь Гагарский район. В день выходят на маршруты 4 пассажирских городских автобуса. Все автобусы в день делают несколько рейсов. В летний период количество общественного транспорта, запускаемого в город и межгород, увеличивается, также добавляются рейсы. На данный момент 3 единицы общественного пассажирского транспорта имеют серьезные поломки. К примеру, один из больших автобусов на стоянке уже порядка 6 лет. Сейчас работники стараются его восстановить. Своими силами будут чинить и оставшиеся 2 транспортных средства. По словам начальника эксплуатационной части предприятия Давида Хвилидиани, состояние подвижного пассажирского транспорта поддерживается, насколько это возможно. Как известно, любой вид транспорта со временем выходит из строя, поэтому оснащение автопарка необходимо. Персонал предприятия насчитывает 39 человек. Это водители, работники технической ремонтной бригады административно-хозяйственной части. Что касается административно-хозяйственной части предприятия, и здесь дела обстоят не совсем хорошо. Состояние зданий управления весьма плачевное. Капитальный ремонт требуется в главном здании, прилегающих к нему строениях. Требуется ремонт ныне нефункционирующего и автозаправочного пункта. Имеется контрольно-технический пункт, на котором ежедневно проверяется состояние подвижного транспорта, выходящего на маршрут. Территория Гагарского автотранспортного предприятия насчитывает 4 гектара. Директор Саид Хагуш отметил, что в течение последних нескольких месяцев ведутся работы по облагораживанию территории. Были расчищены участки у въезда в автотранспортное предприятие, место, где установлен памятник погибшим воинам, работникам автотранспортного предприятия в Отечественной войне народа Абхазии. Осуществляется вывоз мусора и расчистка и оставшейся территории. Несмотря на то, что Гагарское автотранспортное предприятие – это унитарное предприятие, оно нуждается в помощи. Администрация Гагарского района оказывает поддержку в его развитии и в решении имеющихся проблем. Так, за счет средств, выделенных руководством района, были отремонтированы пассажирские транспортные средства, нуждавшиеся в ремонте, и приобретены автошины, которые не менялись последние 5 лет. Данное предприятие является на сегодня дотационным. Финансируется оно с бюджета Гагарского района. Хотя есть все для того, чтобы данное предприятие было самодостаточным, потенциал есть. Руководство района заинтересовано в скорейшем и полном восстановлении данного объекта, чтобы мы работали здесь на полную силу. Также нужно отметить, что есть проблемы. Эти проблемы носят накопительный характер. Они сложились за долгое время. И поэтому решить эти вопросы сразу, в кратчайшее время, не получится. К решению этих проблем мы подойдем поэтапно. В приоритете, конечно, у нас это обновление автопарка. Второе – это обеспечить всем необходимым станцию техобслуживания. В-третьих, если у нас получится, мы думаем о том, чтобы на территории открыть вулканизацию, чтобы наши водители имели возможность обслуживаться здесь, на месте, так сказать, не выезжая с территории. Есть у нас в планах восстановить автозаправочную станцию, которая в свое время была и успешно функционировала здесь внутри. Это все для удобства внутреннего здесь персонала. Также, конечно, вы, наверное, уже обратили внимание на то, что проблемы на этом не заканчиваются. У нас проблемы и с фасадной частью, и с крышей. Здесь нужно и окна заменить, чтобы люди имели возможность нормально работать в нормальных условиях. Цели и задачи, поставленные руководителем района, нам ясны. Есть понимание, как и в каком направлении двигаться. В тесном взаимодействии с руководителем автотранспортного предприятия будем работать, и я считаю, что в ближайшем будущем хороший результат не заставит себя долго ждать. Основной целью Гагарского автотранспортного предприятия является осуществление пассажирских перевозок путем общественного транспорта, своевременный их запуск на рейсы и содержание имеющегося транспорта. У предприятия немало проблем. Невзирая на это, планы у его руководства далеко идущие, в числе которых поэтапное решение существующих трудностей.